Уважаемые друзья, файл был предыдущий, неожиданно закончился. Видимо, потерял немножко концентрацию. Значит, со счетом 5-3 в решающем сете ведет Эрбол. Инициативу он четко удерживает в этой встрече. Польский спортсмен чувствует себя немножко не в своей тарелке. Он уже подсел физически, он уже не забивает. Достаточно удачно у него игрались какие-то укороченные мячи. Но в целом инициатива принадлежит Эрболу. Ну, что хочется сказать, что вот как бы странно, но у польского спортсмена отсутствует на корте группа поддержки. Вообще никто из тренерского состава либо родителей, он как бы не присутствует на корте. Но нужно отдать должное, он ведет себя достойно, несмотря на счет, несмотря на сложившуюся ситуацию, он как бы работает, поляк. Ну вот, пока что очевидно, что инициатива четко удерживается Эрболом, четко. Несмотря на эту двойную, Эрбол именно находится в своей игре. Он бьет, он двигается, он мощно играет. Это чемпионские такие свойства. Подает прямо на линию. Простреливает поляк по прямой. Как подает Эрбол, четко. Четко подача. Какой поляк молодец тоже. На таком счете борется, работает. Работает каждый мяч. Выбрасывает. И берет гейм. И берет гейм. Остается в матче. Счет. Счет пока что 3-5. Польский спортсмен Николай Лоренц уступает Эрболу. Идет первый мяч. Тяжелая история. Что творят юноши? Не спешит польский спортсмен, не форсирует, играет доверного, и нужно отдать должное, что он очень качественную игру демонстрирует. В такой ситуации он понимает уже, что у него каждая ошибка, вот он сейчас не имеет права проигрывать ни одного очка. Каждая ошибка, которую он допускает, это проблема. Каждая ошибка – это проблема. Да что такое? Срывает удар Эрбол. Тридцать ноль. Непонятная история. На наш взгляд, Эрбол довольно поздно. Значит, судейское решение. Потому что
Вначале он бьет. Вначале он выполняет удар, потом держит паузу, смотрит, как сыграл соперник, и после этого объявляет решение аут, не аут на приеме. На наш взгляд, это не совсем корректно. Нужно аут объявлять либо сразу, не заигрывая мяч, уж тем более не дожидаясь ответа соперника. 40-0. Прошла первая у польского спортсмена. Четко. Да, вот этот вот удар... Поляк, наверное, вспомнит этот драйв с воздуха. 40-15. Но не должно. Эрбол молодец. Он работает и понимает, что выбрасывает. Везет. Везет эрболу. Везет сильнейшим. Больше у польского спортсмена. Но мы также должны понимать, что эрбол играет опять вновь со звуковым сопровождением. Играет со звуковым сопровождением. И вот уже ровно. Сейчас ошибка настолько велика, что просто очень важно. Держит мяч эрбол. Хитрит. На наш взгляд, хитрит эрбол, хитрит. Включает это звуковое сопровождение при выполнении ударов. Хотя удар на самом деле наносит средние силы. Средние силы удар. Но при этом звуковое сопровождение как будто пробивает на 120%. Держит мяч. Держит мяч, хитро кидает горку поляку под лево, у того мяч срывается. А с учетом не очень ровной площадки, это очень важное принимает значение. То есть, как схитрить, как сыграть. Вот рыбалу это удалось. Ровно. Не идет первый мяч у польского спортсмена. Рыбол ничего не отдает. Просит поляка убрать мяч, понимая, что тем самым он его сбивает немножко с подачи, но имеет право, делает все, что должен. Поляк молодец. Поляк молодец. В такой ситуации, понимая, что находится под давлением, не имеет права, поляк не имеет права ни на одну ошибку. Любая ошибка сразу оборачивается для него матчболами. Прошла у поляка первая. Да. Какой молодец польский спортсмен, уважаемые друзья. Насколько приятно смотреть на Миколая Лоренца. Как он трудится в этой трудной ситуации. Со счета 2-5 в решающем сете он ушел пока что на счет 4-5, но эрбол сейчас будет подавать на матч. Хочется отметить, уважаемые друзья, что вот юноша играет уже третий сет, но мячи им не меняли. Как они начали играть одной-тремя мячами, так они и играют. Но мячи уже достаточно стерлись.
Итак, 4 мяча арбола нужно взять, чтобы держать подачу 15-0. 3 мяча у арбола. Не проходит первая. Молодец арбол, то, что в этой ситуации продолжает давить. По-чемпионски ведет себя арбол, по-чемпионски. Будем вмешиваться в историю. Сейчас действительно был аут. Сантиметров 5 был аут, но я не буду вмешиваться. Тройной матчбол у эрбола. Тройной матчбол у эрбола. И, в общем-то, выбрасывает короткий эрбол. В таком счете польский спортсмен демонстрирует мастерство, берет очко, но двойной матчбол у эрбола остается. Подача спасает эрбола, подача. В линию играет поляк. В линию играет поляк. Матчбол эрбола остается. Не проходит первый мяч. Как на мой взгляд, не проходит. Ровно на подачу эрбола. Польскому спортсмену удается уползти с трех матчболов пока что. Ну вот, нам все-таки кажется, что эрбол подает-то мощно, а вот дальше с розыгрыша не торопится, держит мяч. Удар польский спортсмен. Очередной матчбол эрбола. А вот нужно отдать должное, что это игра эрбола. Он должен давить, и он давит. Сейчас уже вот сказывается более преимущество более накрученных ударов эрбола. Он, выполняя удары от задней линии, он вращает мяч, который надежно идет в площадку. Не проходит первое, но не будем сейчас говорить о заступе. Это отдельная история. Воткнулся эрбол. Правильно, в принципе, все делал, но получил просто удар в тело. Ровно. Ровно решающие мячи играются. Ровно решающие мячи. Ошибается поляк по длине. Но в данной ситуации, на наш взгляд, ему нельзя было перекладывать. Ему нужно было играть ту же диагональ продолжать. Он решил сыграть открытую часть корта и очередной матчбол. Принимает поляк. Бросает горку.
надежно. Как работает поляк. Game, set, match. Эрбол оказался сильнее в данном матче. Со счетом 7-5. Со счетом 7-5. Эрбол одерживает победу и выходит в следующий круг, во второй круг турнира. 10-й номер посева Николай Лоренц, Польша, покидает турнир. На этом, уважаемые друзья, мы заканчиваем данный матч, трансляцию. Скажем вам, сколько. 11 часов 37 минут юноши провели на корте, порядка 2,5 часа длился матч. Благодарим вас за внимание. Благодарим вас за внимание.